Я хочу сказать, что я говорю очень плохо по-русски, но это язык меня очень нравится, потому что и есть очень много музыки в этот язык. И поэтому я хочу говорить по-русски. Мы в Кипре и Аратница второй раз в Камбе. В прошлом году мы были первый раз в Камбе. Тогда я была с моей мамой, а сейчас с моей подругой, певицей от Кипри. Мне очень много-много нравится этот фестиваль. Мы были на фестивале из всех мира, потому что в Камбе есть... Я не знаю, как сказать по-русски, такое чувство врыска с нашей перецы, отцы, предки. Да. Потому что в Камбе можно увидим, как людей жили раньше. Мне очень нравится, когда организаторы и Наталья сделали так, что мы можно увидим бабушки, можно увидим людей, которые носители фольклора. Потому что сейчас мы не живем так, а у нас сейчас мы передаем эту музыку, фольклор на сцене. А эти бабушки так жили, вспомни их много-много.